Друзья, мы сегодня на новом водоеме. Сегодня будут ловиться вот такие вот черные щупаки. Ух ты! Спасибо! А чё, в сапогах дырка, да? Да. Да. Ах ты, сожалась. Другая. Там крупнее было. Там крупнее, там волна шла, а тут такой плюшк. Ушла. Я пока поставил лягушку. Вот первый шнуробас. Это уже другой. Взял? Но это другой уже. Это не он. Сомневаюсь я, что это он. Есть. Есть? Крупная? Не, с лопухом шла. Опа. Молодец, отцепилась к берегу. Так, ну. Какая она черная. Очень много лопухов, поэтому особого выбора-то нету, на что ловить. Это не зацепляйки кусом раплавские или поверхностные. Как вот, например, вот этот вот небольшой лягушонок. Ну и вот первый щупак, который клюнул. Давай, малыш. Все, уплыл. Начало положено. Здоровая, птичка.
Она? Ну, вроде бы. А может нет. Не здоровая. Опять хвост сожрала. Всегда надо вдоль проверять, мало ли, может она прям тут стоять, прям вот тут, хопс, и все, и покушала. Кидал, не было, а потом у самого берега выскочила. С самого берега? Но промахнулась. Мелочь? Да нет, по буруну-то не мелочь. Бурунчик такой хороший был. О, окунь. Окунь, бать. Крупный, нет? Ну, такой, как на той ламбе, наверное. Блин, твистер сожрал. Ладно, вперед. Вернее, назад. В воду. Опа. Шнур сработал. Шнуробасик? Опять шнуробас. Ой, заглотил-то как. О, блин, сволочь. Вон стоит там. Да он боится, потому что жрут эти большие. Я думал, сейчас поймаю рукой. Только намочился зря. Они лежали вот здесь где. Лежали, грелись. А ты там... думаешь, они ее замочили? Или она что-то жрет, поймала, что-то жрет. Она гусеницу поймала. Не хочет окушок. Никакой окушок не хочет. У нас, в общем, перерыв на обед. Надо подкрепиться. Опа, попался. Полосатый. Но маленький. Надо кушать, а не полосатых ловить. Вперед, полосатый, давай кушать. Я поймал одну штуку. Было пару еще. У тебя сколько? Пять. Там была крупная, но ты ее слил. Че ж, плакать что ли? Ладно, еще время есть. Поймаем. На той. Там щука мне нравилась, там крупная щука. Все такие ровные, по 1,5-2 килограмма. Ух ты! В пасть попал шнурку. У меня тоже. Да. Сейчас. Сегодняшний мой второй щупак. Вот пока я доставал, у бати тоже поклевка произошла. Я думал, побольше будет. У тебя поболее? Ну, у меня поболее. У бати
6-й. У меня 2-й. Да, я помогу. Тащи. Опа, хорошо снялось. Ай! Такие. А! Мелочь, конечно. Ладно, давай. Но приятно. А я в пасть попал сразу же, как будто бы. Все, ушли. Сейчас, кстати, еще одна была поклевка. В этом же месте, только вот под этими кувшинками. Не знаю, накололась или нет. Ну, хоть что-то, хоть какая-то подсадка. Мы сейчас куда? Еще вдоль пройдем? Сейчас пойдем туда сходим, а потом пойдем. Куда? На то озеро. А потом? А потом пойдем вокруг. Опа! Поклевка была. Поклевка была. Клюквы просто полно. Все усеяно. Блин, крупная. Есть. Говорю, есть. О, покрупнее чуть-чуть. Еле-еле зацепилась. Смотри, какая тощая. Будет брать ей нечего тут. Вроде озеро богатое. Все, так вот и делаем. Вот мне кажется, что сейчас вот здесь вот поваленного дерева, где эти, можно будет что-нибудь поймать. Тут надо как-то кинуть. Блин. Не совсем удачно. Ну вот она. Ой, за дерево. Нет, не за дерево. Точно как, из-под дерева. О-о-о, Батя, это окунь. Вот это да, из-под дерева. Никогда здесь не ловили. Я думал, щука. Нифига. Зацените окунь. Отлично. Может, там еще есть? Под деревом прямо. Ну, вот этого на филюху по-любому. Меня тоже откусили. Теперь без хвоста. Да, вот он. Кому-то попал опять. Вот это уже покрупнее. Оха, красавица. Не, шнуровас. Не, щука. Опа. Ну, слушай, это чуть, может, покрупнее, чем предыдущие. Ну да, это покрупнее. Не знаю, одна и та же брала или нет. Блин, мелкая. Я думал, крупнее. Зачем такая мелкая? Бульк. Пока. Три щучки, один окунь. Или 4 щучки, один окунь. Я, если честно, уже не помню. Надеюсь, сейчас еще что-нибудь поймаем.
Это уже последняя точка, скорее всего. И тут вот много кувшинок. Я думаю, что сейчас хоть одну-то мы поймаем здесь. Должны. О, какая была! Хорошая, ударила-то. Лишь бы она еще раз взяла. Она промахнулась. Вот она. Нет, я думал, что она крупная, но шнурок. Просто. Она сломала мне ус. Да? Вот это жопа. Вот надо мне такую же потом будет сделать тогда. Хорошая. Вот так прямо. Да. Далеко от берега? Ну кидай туда до лопухов. Во. Ну, где-то здесь она взяла. Где-то здесь взяла. А потом шла еще следом? Да. Ну такой, знаешь, волна шла. Должна быть рыба. Погоди, так это канава. Вот она, сраная канава. Все, мы вот здесь постоянно было очень много щуки. И на этом мы туда ходили еще. Так через эту канаву писец как перебираться, бать. Последний рывок — это найти переход вот через вот эту вот. Потому что здесь реально не перепрыгнуть будет. Она вот туда. Блин, надеюсь, что мы найдем. Смотри. Ну отойди. Смотри, говорит, и ушел. Ой, что-то пошло не по плану, бать. Ладно, давай, все, я пойду. Если упаду, здесь не глубоко будет. Я его воткнул, чтобы, а потом. Все, закончили мы. Решили, потому что через канаву прошли, а там еще канавы, и решили, все. Не надо больше нам канавам. Сейчас попробуем сократить. Поэтому все. Ну что, нормально поймали? Окуня одного я крупного поймал. Вон сколько щучек. Были даже выходы крупные. Теперь домой. А вы не переключайтесь. Смотрите, всем ни хвоста, ни чешуи, и всем пока.